До Международного дня инвалидов мы протягиваем рассказывать про людей, которые, не глядя на тяжкости лёсу, смогли окрыять духом и научиться жить по-новому. Герой нашего сегодняшнего сюжета – Александр Бондар. Инвалидность он отримал еще в дятинстве, переодолел немало житевых выпробований, однако заховал веру у себе и свои махчимости. Навод не глядя на певное обмежевание по здоровью, он активно занимается спортом сам и долучая до этого корыстного занятку инших молодых людей. Людей с инвалидностью. Секретом своего успеха и життялюбства Александр Бондар поделился с нашими корреспондентами. Наш день мы начинаем, как обычно, с утренней зарядки. Готовы? Да! Поехали! Быть активным и позитивным, закликает Александр Бондар удельников своего спортивного гуртка «Шлях до здоровья». Про боли и складанности он все життё змагается со своей хворобой. Не опускать руки и верить у лепшее закликает и инших молодых людей с инвалидностью. Складанный диагноз еще у дятинстве ледь не позбавил Александра махчимости рухаться. Любовь и подтримка мати допомогли устать на ноги. С 3 лет я заболел, все легло на плечи моей мамы. Я какое-то время был на инвалидной коляске. Было даже вот в детском возрасте, ты где-то в подсознании понимаешь, что за тебя переживают, тебя поддерживают, за тебя молятся, да, в тебя верят. Наверное, желание побудило самому бороться за свою собственную жизнь. Зараз Александр працует в отделении дневного знаходжения для инвалидов Центра социального обслуживания населения Советского района города Гомеля. Он является керовником одразу нескольких гуртков по интересах. Новус або морский бильярд, например, помогает развивать логичное мышление людей с порушениями интеллекта и поляпшая координацию руха у хворых ДЦП. Александр Бондар упевнены, спорт – лепшая реабилитация, якая саправды вертая до життя. И он и сам, не глядя на пылные обмежевания по здоровью, спробовал себе у разных видах – настольный теннис, бадминтон, баскетбол, баскетбол на колясках, футбол. У планах заняться плаванием. У скарбонца досягнений немало узнагород республиканских и международных споборництв. 2 года тому Александру Бондару присвоено звание майстра спорту по настольным теннисе сярод людей с порушениями опорно-рухального аппарату. Спорт в первую очередь, я говорю, дал мне жизнь. Он мне дал жизнь, возможность развиваться, обзавестись новыми друзьями, знакомыми, то есть расширить свой круг. Это действительно очень здорово. Всех мотивирую. Это ваша вторая семья, это поддержка, это эмоции, это то, что в вашей жизни не хватает. Александр Бондар так само занимается развитием такого паралимпийского виду спорта, как боча. У им задействованы переважно люди с складанными формами ДЦП. Им довольно непросто сконцентрироваться на докладный кидок. Однако, дякуючи упартости и працавитости, все отрымливается. И без подтримки уважливого тренера, зрозумело, не обходится. Вася, молодец, молодец, молодец. Продолжаем, продолжаем. Давай, еще немножко. Первый год подопечные Александра Бондара с этим паралимпийским видом спорта только знакомились. Зараз яны кандидаты в майстры спорту, переможцы споборництва разного уровня и удельники сборной Беларуси по боче. Больше я занимаюсь с 2018 года. Александр меня пригласил. Мы ездили на соревнования в Минск по боче. Это активность, это общение, это развитие. Этот спорт мне дал тоже огромное количество эмоций, новые знакомства, я побывал во многих местах. У центра для каждого находится заняток по душе. Открытые, добрые и безмерно талиновитые люди, которые сюда приходят, это уже одна великая и дружная семья. Сидела дома, это еще... В пролетарской школе плела бисер, и мне предложили сюда ходить еще в 2007 году. Но я и продолжила своим увлечением бисером, вышивкой. Люблю спорт, бадминтон, волейбол, футбол. У меня появилось много друзей здесь. Так я была в замкнутом круге. Хочется обратиться к родителям. Родители, поддерживайте своих детей. Вот, для того, чтобы у них было желание дальше развиваться, заниматься, бороться в жизни и желание постигать что-то новое. История наших героев – черговое подтверждение. Обмежеванные физические махчимости не повинны быть перешкодой для реализации таленту. Сегодня в Украине сделано шмат, как люди с инвалидностью смогли проявить себя в праце, спорте и творчестве, были полноправными и полновартостными членами социума. Сучасное громадство прямая, разумея и подтримливая инклюзивное осяродье. Треба не сдаваться и верить в свою индивидуальность, а головное – не закрываться от тех, кто готов делиться своим особистым опытом, жаданием и умением жить.
Вероніка Ворошилина, Євген Макеєнко, телерадіо, компанія «Гомель».